Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня тема «Один из способов укрепления старого фундамента». Их существует несколько. И если у вас есть старый дом, старая постройка, которую вы хотите преобразить, и вы видите, что под вашим домом такая ситуация, как и у нас, ну, а может даже и хуже, вы можете его тоже раскопать и поставить на такую бетонную конструкцию, которая будет держать все здание. Вы можете использовать такие же самые приемы, как использовали мы. Чтобы фундамент связать между собой, посмотрите, как мы это делаем. Дом весь потресканный, полопанный. Его надо привести в чувство. А чувство привести, это значит сделать хороший фундамент. Это держит, это будет стоять, никуда оно не денется. Но при этом нужно как бы сейчас укрепить, для того, чтобы это было прочно. После того, как мы убрали второй этаж, конструкция стала намного легче. И мы продолбили траншею по периметру дома. Продолбили наружу, также продолбили по кругу внутри и посередине дома две траншеи, для того, чтобы всю конструкцию между собой связать. Зачем вообще необходим такой жесткий фундамент, как мы делаем? Вот если вы посмотрите на саму конструкцию дома, когда мы начали копать, мы поняли, что там нету фундамента, там нету больших камней, которые держат всю конструкцию. Итак, начали мы рыть, так сказать, котлован для заливки бетона. Я рассчитывал, что здесь будут какие-то камни, что здесь будет какой-то отходный материал, вот, ну, как это делается, как это сыпется. Ну а здесь оказывается, что самая натуральная земля. Ну, это осталось после дома, ее решили сюда засыпать. Но самое главное, что сейчас пошел дождь, мы бы не смогли вот киркой здесь работать. Здесь однозначно пришлось бы работать отбойным молотком. Потому что глина засыхает, и она становится как камень. Но здесь вот идет земля, и вот эта глина, которая сейчас разбухла. Даже вот встречаются вот такие корни, которые вылезли оттуда, как, можно сказать, с того дерева, которое там наружу растет. Вот они отсюда дошли. То есть нашли здесь в доме, так сказать, подпитку. Сейчас мы все это уберем, прокопаем. И так же самое сделаем наружную часть дома. Что это за отверстие? Итак, отверстие необходимо для того, чтобы залить бетон наружу и внутри. И это все связать между собой. Вот этот квадрат связать наружным квадратом. Чтобы это была прочная, надежная работа. Потому что сейчас то, что мы сделаем, будут вложены очень серьезные деньги. Поэтому это должно стоять. Сквозные отверстия. Мы все это выровняем, более-менее подровняем, чтобы это была плита, на которую становится весь дом, который будет укрепляться. Лицевая сторона дома, она не стоит на фундаменте, она стоит на, можно сказать, на мягкую почву. То есть задняя сторона, она стоит на очень жесткой почве. Поэтому задняя стенка, она не имеет трещин, повреждений. Лицевая сторона осевшая, потому что когда была прогнившая крыша,
вода начала поступать, а значит почва под домом начала смягчаться. То есть глина начала делать свою осадку, потому что если щебень совместно с глиной в перемешку была засыпана как фундамент, так после дождей глина начала размокать, и дом начал садиться миллиметр за миллиметром. Вот в чем главная проблема этого дома. В данный момент мы все разобрали, окопались вокруг дома, то есть вырыли траншею. Внутри дома, пойдемте посмотрим. Внутри дома вырыли так же само траншею и отверстия в самых стенах, как с этой стороны, так и с той стороны. Вот эта сторона, она стоит на твердой почве. Так как здесь как бы косогор, эта сторона была подсыпана. Я думаю, что была сначала сделана терраса, потом все это засыпали отсевом, так сказать, крупными камнями вместе с глиной. И потом только начали на этой платформе, так сказать, класть, строить этот дом. Это мое предположение. Если мы вот сюда посмотрим, вот смотрите, один камень, второй камень, третий, там четвертый. То есть этот угол, до этого была какая-то подпорная стена, как я понимаю, подпорная стенка. И потом на этот же фундамент поставлен был дом. Вот эти камни, как бы стена выходит наружу, на ту сторону. То есть я это уже как бы исследовал, посмотрел. Вот это уже, так сказать, глинистая такая почва. Глинистая, очень такая жесткая. И если ее не мочить водой, она как камень, ее не удолбить. То есть хорошая почва. Здесь сейчас станет металлический квадрат. И будет затянуто, скажем, 6 арматур вовнутрь. И залито бетоном. Бетон не мы будем заливать. Будут заливать бетонщики, которые существуют в этом проекте. Вот посмотрите, вот эта сторона, она полностью как бы висит. Она не сильно укрепленная. Там все потрескалось. Там все не так, как нужно. Все это, я думаю, что мы вот так возьмем просто и снесем. Снесем и построим все заново. Эту стенку можно оставить. Она ровненькая, она аккуратненькая. Она еще не промоченная, так сказать, водой. Так, стенка наклонена туда. Она уже наклонилась. Она уже как бабка старая. Она уже с палочкой. Вот она стоит. Поддерживается нашими металлическими пластинами, которые вверху, вот видите. И идет внизу пластина. И возможно, что за счет этой пластины еще стоит эта стена. Вот. То есть мы ее разберем и заново построим. Зачем необходимы метки? Вот они стоят, вот такие красненькие, красивенькие. Там, обозначено даже точный уровень. Это приблизительно как бы сделано. То есть это уровень будет заполняться бетоном. Бетон будет подниматься по самой отметке. Поэтому здесь будет добротный фундамент. И я немножко постараюсь рассказать о том, что будет здесь происходить. Я думаю, что где-то сантиметров 45 зальется бетон. Оставляется проем с этой стороны. Дополнительно сантиметров 30, я думаю. И в этот проем засыпаются камни, как два кулачка, как кулак, как разные камушки, для того, чтобы создать хорошую дренажную систему. То есть вывод воды будет на эту сторону, она будет уходить туда. Вот для чего мы все это раздолбили. Корневая система, она проникла прямо в дом. То есть она просто подымала, она находила себе место и проникала в дом. То есть корневая система на самом деле опасная. Чем? Потому что она может подымать, она может разрушать. Конечно, такие корни нужно убирать. Мы, насколько это возможно, не будем уничтожать деревья. Будем как-то обустраивать, обухаживать их, и они будут стоять на своем месте, то есть создавать определенную красоту. Вы спросите, не проще ли убрать стену и потом залить фундамент?
просто фундамент, эту стену, которую я говорю, что нужно убирать. Не проще ли ее убрать, потом по-новому залить? Ну, может и проще, но здесь немножко проблематично с архитектурой. Если мы, скажем так, уберем и приедет архитектура и увидит, ну, немножко проблематично. То есть, таков проект сейчас. В общем, что я хочу сказать о том, как я дали, как все сделали. Все отлично. Единственное, что не учли, это вот целлофан. Не засыпали песочек, не засыпали колечки, щебень. То есть, не создана подушка, вот как бы ровная подушка. Вот это как бы проблема единственная. Все остальное меня устраивает. Все. Неважно, какой у вас дом, какая конструкция. Неважно, с чего он сделанный, с кирпича или с дерева. Или, допустим, с каких-либо других панельных материалов. Вы всегда можете предпринять такую же самую схему заливки бетона. И даже если у вас дом, скажем, кирпичный или глиняный или панельный, и вы залили такой фундамент, как мы это сделали мы, вы даже можете обложить камнем, так как у нас порожек, карниз, так сказать, вокруг дома появился 50 сантиметров. Если у вас, так сказать, из чего-либо другого построен этот дом, старый дом, наружу вы можете обложить камнем, просто габионным камнем на века. И все, это становится сразу новое помещение, новый дом. Углы, которые вместе с пластинами, мы уберем в конце, когда вот бетон застывает. Когда будем разбирать, это посмотрите в следующей серии, как мы разбираем половину первого этажа и потом сразу снимаем конструкцию вот эту металлическую, которая держала, связывала, так сказать, дом. И снимаем пластины и начинаем разбирать дом. Вот такие дела, друзья, товарищи. Поэтому заходите к нам на сайт, ставим лайки, пишем комментарии. Если даже кто-то там не умеет писать, пишите как есть. Самое главное, чтобы вы строили, чтобы вы умели зарабатывать деньги. Итак, снаружи у нас 50-сантиметровый карниз, а внутри дома полностью залитый бетон, полностью сделана стяжка. Стройте из камня!